Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале «Обзор на незазорно». Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги семьи Сабель. Но прежде чем я приступлю к своему обзору, попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому моему обзору и, конечно же, нажать на колокольчик для того, чтобы вы были в курсе моих новых обзоров. По возможности поделитесь, пожалуйста, в своих соцсетях моим обзором. Ну, мы переходим к Сабель. Вы знаете, что меня поразило, то, что Сабель, вся семья, вышли на субботник. И если взрослые старались как-то облагородить территорию вокруг детской площадки, собрать мусор в мешки и так далее, то дети мыли детскую площадку. Вы представляете себе? Я считаю, это очень даже неплохо. Приучать детей к труду в таком раннем возрасте. С одной стороны. С другой стороны, где эти службы, которые должны эту работу выполнять? Наверняка ведь они платят налоги. Казалось бы, да, должны как-то этим заниматься городские власти. Но факт остается фактом. Дети отмывают детскую площадку, Клим поливает, точнее отмывает горку, по-моему, он отмывал, водой, которая бьет из шланга под высоким давлением. И, конечно, Вове тоже хочется. Вова сел где-то внутри этой площадки и прям отвернулся от Кати. Говорит, я тоже хочу, мол, чего только Клим этим занимается. А Катя говорит, ты тоже шашланга хочешь, да, поливать? Шашланга. Я несколько раз перемотала туда-обратно. Нет, шашланга, да. Потом Клим перешел на качели, мыл качели, но Катя это по-своему увидела. Она говорит, качелю Клим отмывает, да, качеля, видимо, у Кати. Не качели, да? А качеля, качелю, качелей. Так Катя просклоняла бы, наверное, качели. Потом говорит о том, что Клим вонючие и протухшие листья выгреб из-под детского лабиринта. Там любит лазить Марта. Просто интересно, где остальные родители? Почему эта проблема волнует только семью Сабель? Где остальные родители с маленькими детьми? Можно же было, в принципе, выйти, да, на помощь Сабелям. Я бы, например, если бы у меня был бы хоть один ребенок, который вот заинтересован за детской площадкой, да, конечно же, я вышла бы и тоже помогла бы. Куда смотрят остальные родители, я не знаю. Хочется, конечно, похвалить эту семью Сабель, да. В этом плане я редко, конечно, могу сказать что-то хорошее, потому как они редко что-то делают хорошее. А тут прям я, да, я в восторге. Правильно сделали, на мой взгляд. Правильно сделали, если никто не делает, если власти не делают, больше никто не хочет из других семей помочь, а у меня там ребенок лазит везде, то почему бы и нет? Надо выйти и помыть, и покрасить где надо, в общем, привести в божеский вид и территорию вокруг, и саму детскую площадку. Но, опять же, мне интересно, почему Катя считает, что листья там были протухшие? Они были сгнившие просто, 100% были сгнившие. Вонючие и протухшие листья. Ну, Катя в своем репертуаре. Вот. А дальше вернулись они домой, и Клим делает уроки. Не хочет делать уроки, говорит, давай так, мама, мол, я буду делать уроки, вы мне за это купите? Видно, Климу что-то жизненно необходимо, какая-то игрушка. И я не понимаю, почему он так себя ведет, конечно, потому как ему совсем недавно, только ему, кстати, больше никому из детей не купили никакой игрушки. А вот Климу купили. И потом он эту игрушку кидал, пинал ее, она в грязь падала. На улице дело было, да, на рынке купили, пока шли домой. Просто Клим эту игрушку, я не знаю, запачкал до нельзя. Я удивляюсь, как руки, ноги и голову не оторвал этой игрушки. Это было что-то. Он ее и на самокат сажал, он ее подбрасывал, где падала в грязь эта игрушка, где не в грязь, в общем. Ох, слов нет, конечно. Вот. Но тут он снова хочет игрушку, говорит, что, мол, мало было. И Катя, может быть, купила бы, если бы не было такой вот истерики у Клима. У Клима была натуральная истерика. Просто купите, да все. Купите, да и все. Потом Катя не выдержала, говорит, отвали, а? И сядь и делай уроки. Вот тоже вообще не, как бы вот ребенок не достал, да, вот так говорить ребенку, отвали, а? Я считаю, это, по крайней мере, странно для родителей. Странно для любого человека, для родителей вдвойне странно так разговаривать со своим ребенком. Ой, потом Клим, не прекращая ныть, уже берет
в руки подгузник Марты, уже вытирает слезы этим подгузником. Подгузник, хочу сказать, не использованный, конечно, нет. Вот эти вот все тряпочки, которыми пользуются, все пользовались все дети Кати, в том числе, я так понимаю, что и Катя тоже, экологически чистые, так называемые подгузники, которые стираются, гладятся, сушатся. В общем, короче говоря, Катя в своем репертуаре, да, он уже и вытирался этими подгузниками, и уже даже место в шкафчике сделал для этой игрушки, которая ему сейчас жизненно так необходима, а Катя никак не может ему ее купить. В общем, то плакал Клим, то смеялся, то он говорил, не снимай меня, здесь съемка запрещена, то он кричал. В общем, истерика натуральная была у Клима, а Катя на это внимание никак не обращает, ну вообще никак. И у меня такое ощущение, что это может быть из-за того, что у Клима это уже вошло в норму. Может быть, нам не все показывают, но то, что нам не все показывают 100%. Но, может быть, не все истерики Клима мы видим. Видим их часто, но, ну, не знаю. Наконец-то Катя, мол, сядь, делай уроки, говорит ему. Я просто хочу снять, как ты делаешь уроки. Вроде как он сел делать английский, вроде стал читать, вроде как Катя ему стала там помогать, вроде успокоился. Ну, тут Катя. Клим успокоился, а Катя начала. Говорит, как вы меня достали. Представляете, вот эта мама говорит детям. Вова ей из балкона что-то говорит, стучит в окошко. Она ему, Вова, выйди оттуда. Иди и забери его оттуда. Он не может выйти, потому как дверь закрыта. Может быть, не на замок, да, закрыта, но для Вовы очень это тяжело. Потому как дверь тяжелая, тяжело открывается. И он чуть ли тоже не начинает истерить, потому как он решил, что его там закрыли на балконе. Наконец-то Клим открывает дверь, говорит, не было двери закрыта, просто надо было сильнее толкнуть. В общем, теперь у Вовы истерика. Я не понимаю, почему Катя все это нам показывает. Для чего нам показывают все детские истерики? Контент на детских эмоциях, причем на отрицательных детских эмоциях. Не понимаю. У нее просмотры упали. Это так, это есть. Она уже рекламой занялась. И рекламирует то одно, то другое, то третье. И, я так понимаю, ей все мало или вообще не приносит та реклама желаемого дохода. Или по какой-либо другой причине Катя нам решила демонстрировать эмоции детей, отрицательные эмоции детей. Для чего нам показывать все это, я не понимаю. И, наконец-то, Клим говорит, как завершающий аккорд этой истерики, кричит прям, не говорит, он кричит Катя. Наконец-то, когда уже английский прочитал, «Я тебя ненавижу!» Вот так, такие вот слова маме. Представляете? Ну, Катя, видно, это все нормально воспринимает, потому как она ему даже замечания не сделала. Единственное, что он сказал, он говорит, вот кто еще привалил. Да-да, это вот цитата, привалил. Это Катя о маленькой Марте, которая пришла к ней и стала с ней обниматься. В общем, взаимоотношения обалденные, высокие отношения в этой семье. Хотя, казалось бы, да, дом полная чаша, вроде как. Могут себе позволить все и даже чуть больше, хотя в последнее время они говорят, что вы даже день рождения Марта не отмечали, понимая, что надо ужаться. И понимают, что больше таких вот у них не будет никаких вылазок в кафешке, таких грандиозных, поэтому вот уже позволили себе еще годик Марты отметить, а дальше, мол, все уже. Не будем так вот деньги тратить на всякие дни рождения и прочие такие вот веселительные мероприятия. Очень и очень странные взаимоотношения в семье. Но опять же, хочу сказать, что, как мне кажется, все исходит от мамы с папой. Не от мамы и папы Кати или Саши, нет. От мамы и папы, от Кати и Саши, от них самих. Потому как Катя, опять же, на камеру нам сообщает, вот историческое событие, Сабель одевает колготочки Марте. Говорит, никогда такого не было. Саша говорит, было, просто ты не помнишь или ты не засняла это, поэтому ты считаешь, что не было. Говорит, я уже одевала и колготочки. Потом, вот такое надо заснять. Саша приготовил макароны. Когда ты последний раз что-то делал? Это впервые в жизни ты такое делаешь. Саша говорит, да нет. Почему ты так считаешь? Я уже готовила. Правда, это было давненько, но было почему-то так. Но Катя обязательно хочет всем сказать, что она самая классная, а все остальные вот поскольку-постольку. И тем самым она принижает и детей,
и мужа, и, я не знаю, дети это все видят и понимают, что такое поведение нормальное, и таким образом они общаются уже между собой. То есть лада в этой семье никогда не будет. Никогда. До тех пор, конечно, пока Катя не пересмотрит свое отношение к Саше. Ну, а дальше идут, конечно, в магазин, и, конечно, обои покупают подарок. Ну, подарок не подарок, слайм. Такой, да, маленький такой сюрпризик. Почему не Климу? Вот я бы на месте Кати купила бы и Климу, и Вове одинаковые подарочки. Вот эти вот слаймики маленькие, да, они дешевые и одинаковые были бы у одного, у другого, и они не ссорились бы. И у Клима, скорее всего, не было бы истерики, и было бы более-менее как-то уравновешенно, да. Все. Ну, нет. Только Вове. А потом Катя хочет, чтобы у Клима не было никаких истерик. Ну, никогда такого не будет. Когда трое детей, как-то надо одинаково любить их. Правда? Распределить свою любовь одинаково, на три части поделить одинаковые. И если какие-то подарочки покупать, то желательно тоже вот одинаковые. Так, чтобы не было детской ревности. А Катя этого не понимает. Особенно сейчас, когда в доме маленький ребенок, это чувствуется, да? Когда вот маленький, все внимание маленькому, мальчишки уже большие, уже сами по себе, особенно Клим, он старше, и ему внимание, любви и ласки достается меньше всего. И мне жалко Клима. Кто бы что ни говорил. Да, я понимаю, возможно, он где-то палку перегибает своими истериками, но тем самым он хочет привлечь внимание Кати к себе. И Катя этого не понимает вообще. Вот, ну, как я уже говорила выше, макароны Саша приготовил, и к макаронам ни кусочка мяса вообще. Я не представляю, как Саша еще не устроил революцию. Ну, ему Катя, видите, задабривает, то Теслу купит, то еще что-нибудь, в общем, как-то так. Может быть, он продолжает питаться в каких-нибудь кафешках, там он мяско себе может заказать поесть, Саша. Не знаю, какую-нибудь отбивную, ну и прочее, мясное что-нибудь. А дома вот у него макароны. Катя говорит, лучше, чем макароны с маслом, ничего нет, никакой подливы не надо. Кстати, Саша так и сказал, говорит, подливы добавил, стало еще более невкусно. Помидоры и огурцы, вот такой салатик макаронами, все, без мяса. Как можно вообще детей растить без мяса, без белка? И уж тем более знаю, что у тебя муж есть, которому надо тоже и белок, и витамины прочие, которые вот в мясе содержатся, да? Но нет. Катя так не считает. Вот она перешла на такое вот странное питание и всю семью тоже туда перевела. Хорошо, хоть бабушка одна не сдается и кормит детей, когда они у нее в гостях, более-менее нормально. По-моему, хотя и вторая тоже кормит. Катя все, запрещенку едят, запрещенку едят. Катя придумала такое слово «запрещенка». То есть все продукты, богатые жирами, белками и витаминами, Катя называет запрещенкой. Хотя сама Катя не с детства вегетарианка или веганка, кто она там такая. Она вот после рождения второго ребенка или перед рождением второго ребенка она вот решила резко поменять свои пищевые пристрастия. А ее воспитывали и растили на нормальной еде. Я не знаю, что выросло бы из Кати, если бы она питалась так, вот как она кормит своих детей. Поэтому мне очень жалко детей. Я не знаю, дополучают ли они витамины или нет. Конечно, Катя вот этот iHerb. Да, она пытается им добрать. Кстати, давно не было рекламы iHerb, что случилось, не знаю. Может быть, какими-то витаминами просто покупными добирают дети вот это все. Всю нехватку витаминов и прочих минеральных веществ. Не знаю, но нам этого не показывают. Но факт остается фактом. Кормятся дети из рук вон плохо. И Катя прям радуется, когда она добавляет в салат из помидоров и огурцов жареные семечки. Да, ну, понятное дело, очищенные. Семечки подсолнечника. Вот это вот дети едят с пловом. В общем, вкусно, могу себе представить, насколько. И не просто дети едят, и это Клим, который пришел с тренировки. Можете себе представить, какой он голодный, вот что ему приходится есть. Бедный тот Клим, он еще не на тренировке ходит. Откуда у него там энергия и сила? Не знаю. Ну и Саша говорит, вечером еще будет салат и, может быть, яичница. Представляете? То есть взрослый мужчина будет ужинать только салатом, по мнению Кати. И, возможно, если Катя сподобится, она ему еще и яичницу предложит. В общем, вот такой вот у меня получился обзор влога семьи Сайбель. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.